Темная одежда и темное время суток. Вот все, что нужно для того, чтобы превратить обычного пешехода в человека-невидимку. Разглядеть такого пешехода водители могут с расстояния в разы меньшего, чем тормозной путь их автомобиля. Привлечь внимание к этой проблеме и подсказать простой путь ее решения – этому была посвящена совместная акция инспекторов дорожного движения и их добровольных помощников из Шадринского дома детства и юношества. Сегодня утром проходит акция, посвященная светоотражателям в темное время суток. Носить темные отражатели очень важно в темное время суток, так как в темноте водитель не видит издалека пешехода, и таким образом пешеход становится заметнее. Светоотражатели являются обычно элементами одежды на куртках, а также являются элементами рюкзаков, а дополнительно можно приобрести наклейки, брелки и прочие элементы, содержащие светоотражатели. Пешеходам хотелось бы пожелать безопасных дорог, а водителям – внимательности. Светоотражающие стикеры на одежде детей давно стали привычным делом. А вот взрослые, большинство из которых предпочитают как раз одеваться в темные, игнорируют такое простое и эффективное средство безопасности на дорогах, как светоотражатели. Памятки, которые участники этой акции раздавали пешеходам, очередное напоминание для пешеходов всех возрастов, как не стать человеком-невидимкой. Именно сейчас очень опасное время на дорогах, когда асфальт черный и скользкий, световой день короткий, а число пешеходов резко увеличивается из-за вернувшихся с каникул школьников. А потому водителям следует быть особо внимательными и аккуратными. Водителям рекомендовано при приближении к пешеходному переходу быть особо осторожным, внимательным, также учитывать погодные условия, то есть на некоторых участках дорог может иметься зимняя скользкость, поэтому тормозной путь, соответственно, может увеличиваться и все вытекающие из этого последствия. Как нам, взрослым, предупреждать неожиданные поступки детей? Профилактические беседы с детьми,